классно анимация над Мимикрой! Ребят, а кого уже пристал, плюсик комментарий? Не, ребят, вы просто посмотрите! Вы просто посмотрите! Я готова на все! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я затроллю агростримершу, самый настоящий ножом Мимикрой! Я притворюсь разработчиком, я возьму холдик, который мне подыграет, и прямо сегодня будет новая пушечка! Потом прямо сейчас прожми лайк, иначе у тебя впадет вампирочка! Обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий, но мы переходим на стрим этой агростримерши! Ну и как мы видим, наша агростримерша уже запустила стрим, давайте немножко послушаем, о чем же она там говорит, а? Ой, ребят, надеюсь, что Мимикрай я получу, а если не получу, я Мимикрай... Уже поет песенки, да? Запомните мои слова, если я не... Если ты не получишь Мимикрай, то ты получишь в рот! Ну что, ребятки, посмотрите название его стрима. Не лягу спать, пока не получу нож Мимикрай. Ох, ребята, это будет весело. Мне не терпится, погнали и как можно быстрее кидать донат. Ну а донат будет таким. 300 рубасов кидаю и пишу. Я сегодня в хорошем настроении. Подарю тебе Мимикрай. Мой ID. Я тебя приглашаю в лобби. И прямо сейчас накидаем донатик и приглашаю в лобби. Я сегодня в хорошем настроении. Подарю тебе Мимикрай. Мой ID 48 070 866. Я тебя приглашаю в лобби. Ой, какой ты твой школьник. Ты не понимаешь, что взрослую тетю ты вряд ли разведешь, потому что как... Говори, взрослую тетю вряд ли ты разведешь. Все, братва, давайте как можно быстрее ее приглашать в лобби. Ребята, знаете, в чем самый главный прикол? Я пригласил холдика с настоящим Мимикрай в лобби. И он, этот Мимикрай, покажет Анетке и потом выйдет. А Анетка будет думать, что Мимикрай есть у меня. Ну а для того, чтобы она думала, что я точно самый настоящий разработчик, посмотрите на настройки моего лобби. Я сделал 199 хп, высокие прыжки, быстрый бег. Короче, все самое смешное. Мне не терпится ее как можно быстрее пригласить. Холдик зашел, все, ребятки, идеально. Я приглашаю Анетку, все. И что, и пока она не спалила, что это кастомное лобби, надо как можно быстрее стартовать. Все, ребята, максимально быстро запустили, чтобы нас не спалили, чтобы Анетка не увидела наблюдателя. Так, братва, если честно, я сейчас сам впервые в жизни буду смотреть за Мимикрай. Так, сейчас самое главное, чтобы холдик зашел за КТ, потому что там у КТ куча ништяков, типа быстрый бег, высокие прыжки и много хп и так далее. А Анетка зашла за Т. Все, ребятки, идеально, идеально. Вот он, холдик, посмотрите. Ля, у него новый нож Мимикрай. Ой, Мимисрай, это моя попа, понимаешь? Это моя попа. А у тебя вообще ничего нету. Ну покажи. Братва, вы посмотрите на эту красоту. Ну где ты? Боишься меня? А где? Подождите! Что? Что ты делаешь? Мимисрай! Обалдеть! Это Мимикрай! И Анетка думает, что холдик это настоящий разработчик. Ох, ребята, это самый крутой троллинг в истории всех троллингов. Преклоняться перед Мимисраем! Вообще прикольно. О, какая классная анимация над Мимикрай! О май! Какая анимация, вы это видели? Смотри, меняться давай. Ребята, а кого уже пристал, плюсь комментарий. Не, ребят, вы просто посмотрите. Вы просто посмотрите. Я готова на все. Я готова на все. Так, все, ребята, а сейчас, вау, какая классная анимация. А сейчас, по нашей легенде, холдик должен выйти, и на его место должен зайти я. Главное, чтобы Анетка ничего не спалила. У нас полностью одинаковые ники, у нас полностью одинаковые аватарки, у нас полностью одинаково все. Так, все. Он сейчас должен выйти. Прямо сейчас надо просто по КТ кликать на команду КТ, и я попробую максимально беспалено зайти на его место. Все, найс, я зашел. У меня все вышло. Ну что, ребята, давайте я напишу. Я только нубасик. Ты не обращай на это внимание. Я только нубасик. А почему я не могу купить первый раунд? А че я не могу купить первый раунд? Че за дела? Это дуэль на новый нож Мимисрай. Я не кидок. Год дуэль! Конечно.
Мы написали много любовных посланий, а теперь период играть дуэльку. Все, играем дуэльку. А, вы сами понимаете, вначале в этой рубрике надо притворяться полным нубом, чтобы она точно поняла, что у нее есть шансы на победу, чтобы она почувствовала этот запах победы. Я верю, тебе дал разраб ночи, а то сомневаюсь, что ты разраб. Я разраб напишу. Если хочешь, могу забанить. Бам! Я разраб, это разработчик! Это... Ай! Вот она. Оп, давайте по попке. Оп, и запрятались. Она, наверное, даже не понимает, откуда я по ней попал. Ля-ля-ля, оп. Да как? Блин, мужики, я случайно. Ну, блин, это первый раунд. Разработчик, ты не думаешь, что я нубетка. Ты не думаешь, что я нубетка. Так, давайте в этом раунде, знаете, что я возьму? А давайте в этом раунде я возьму вот как полнейший нуб АВМ. Я максимально быстро хочу запрятаться у нее на базе, у нее за спиной. Не знаю, мне это выйдет или нет. Закупиться почему-то не могу. Тише, где она? Какой нуб! Я не знаю, наверное, кипер. Поэтому давайте я просто запленчу, он кипер. Мама дорогая. Она же не пойдет мне пушить, надеюсь. Все, найсик. Найсик, бежим, она заплантила бомбочку. Ребят, мы же притворяемся полным нубом. Поэтому вы помните, что нам надо делать. Мы так бежим. И засяду, так, чтобы разработчика слышала. Ой, грибочки, цветочки. Тихо, тихо. Смотрите, смотрите. А почему у меня 99 хп? А чё у меня 90... Тихо. Вы это видели? Так, а давайте сделать, как будто умею дефюзить. Давайте я напишу. А как дефюзить? Я забыл. Он меня через стенку! Какой нуб! И все, не успел. А как дефюзит, я забыл. Не, ребят, пока что все просто идеально. Скажу за мимикрай. Если выиграешь меня, дам мимикрай. А если проиграешь, дам бан. Дам бан. Так, ребят, и в этом раунде я хотел бы взять М60. Жень, не надо. Я готова тебя в попу поцеловать, только чтобы ты меня не забанил. Пиши, не надо. Надо, дорогулечка моя, надо. Так, ребят, мы берем М60 и погнали. Вот так просто зажимом. Зажимом. Просто зажимом так полным. Какой нуб! Блин, какой ты... Блин, а это самый нубасовский разработчик моей жизни. Ханала, нубка, еле попала. Уважаемые леди и джентльмены, вы хотите такие буксы галимые? Или нормальные арканы вроде вот этих? Если арканы, то, братва, рекомендую крутой проектик под названием Булдропщик. Потому что Булдропщик топовый дропщик. Тем более, нам добавили новую крутую обнову, добавили булпасик, добавили скибетишки, которые ты можешь менять на топовые скины. И к всему этому, родной, сверху на башку есть два секретных слова. По одному ты получаешь халявный сундучок, а по второму ты получаешь дополнительный процент. Все нужны ссылки снизу, а мы идем дальше. Так, ребята, счет 2-1. Давайте зарофлим, я и напишу. У тебя топ АИМ. Так, ребята, беру хаешечку, молечек, и мы идем дальше. У тебя ничего нету, понимаешь? У тебя топ... Тихо. Тише. Ребят, кидаем поджарку, кидаем хаешку, кидаем еще одну хаешку, по-моему, пойдет тут бот. Понял, я бот, окей, понял, принял. Все, ребята. Он там? Чисто, так давайте на молик стану. На молик так стал. Он горит! Я сгорел на молике, она еще меня добила. Какой ты нуб! 3-1, давайте напишу. А ты случайно не с клана Сусейнс? А то жестко играешь. А ты жестко играешь? Это я еще не начинала, понимаешь? А ты случайно не с клана Сусейнс? А ты жестко играешь? Я еще не начинала, и меня туда приглашали, и я туда не пошла. Что мы берем? В этом раунде я беру М110. Я еще не начинала, меня туда приглашали, я туда не пошла. Так, ребята, вот так целимся. О, а давайте прикол, буду просто в небо целиться. Вот так в небо целюсь и стреляю. Смотрите.
У меня же бесконечные патроны. Тактика под названием Воробьям. Что это? Что ты делаешь? Откуда инфа, дорогулечки ты моя? Откуда инфа? Ты какой-то ты отсталый, без обид. Так, ребятки, ну что ж, в этом раунде я хотел бы взять М4А1. Вот мой любимый. Стоп. Мы пока не прыгаем. Она пишет, какой-то отсталый, без обид. Отсталый? Дорогулечки ты мои, поверь ты мне, за отсталого тебе придется ответить. Кто я? Я киберкотлета. Да, ребята, я киберкотлета, так что бойтесь меня. Бойтесь меня. Ща посмотрим, кто из нас отсталый. Как я тебя на нож посажу, да? Иду выносить. Иди сюда, отсталый мой памятник. Давайте напишу. Бан за кибербул. Бан за кибербул? Да блин, ну извини. Извини. Отсталый. Не надо писать. Извини. Неадекват. Она пишет. Извини. Неадекват. Уже извиняется. Берем ножичек. Я не знаю, мне это выйдет или нет, но очень хотелось бы. Она тут. Смотрите. Тише. Не палимся. Она меня не слышала. Какой нуб! Какой нуб! Ребята, это было так. Счет 5-1. Какой нуб! А если честно, так не бать. Я вам скажу только одно. Счет она не такая уж и нубка, как кажется, да? Ладно, ребят, берем. Мы, значит, берем АВМщик. Берем хаешечку. Ты в канаве родился. Ладно, поехали. Опа, раз, опа. Пишет, честно, ты в канаве родился? В канаве. Ну это ж, просто обычный вопрос поставила. Где она? Аккуратненько чекаем инфу, не палимся. Найс. Может, хаешкой подорвем? Да как? О май гад! Это читы! Да! Чит скачал, чит рабский использовал. Я себе две хае купил. Как тебе? Фу, чит разрабский использовал, ахаха. Я ща выключу себе высокие прыжки. Ой. Анатолечка ты моя. Все, я и написал, что включил высокие прыжки. И давайте продолжим, вот так сейчас буду прыгать. Прыгай, кидай хае. Опа, а где она? Тихо! Не знает, где я! А где она? А куда она ушла? Слушай, ее тут нет! Она заныкалась! Только не говорите, что она на планету Ай. А вот она. Смотрите, Вар, я прыгаю! Она даже не видит! Ой, мама! Смотрите. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Выжила! Да как? Ты что делаешь? Давай с ножом, погнали. А-а-а, нет! Нет. А как мне делать, если я просто раздефьюжу? Он не умеет дефьюзить. Дефьюзить не умеет, он отсталый, у него IQ 10. Да как он ты научился? Как? Я играю по брейну. Ребята, синки-бэут! Стоп, чё? Ты же не умел, ты же от... А в этом раунде мы берем М40, мой любименький, мой сочненький. Ой, ребята, сейчас я там Абовин плачет нервно в сторонке. Все, почему? Поехали, панели, наказывать эту малышечку. Отсталый, кто отсталый? Я. Ой, ты, тиммейт, отсталый. Я играю с высокими прыжками. Она реально агростример, что она уже злится, обзывается и так далее. О. А ну-ка, сейчас будет угар, если маслина прилетит. Я играю с высокими прыжками. Какие... Чё за фигня? Прыгай! Ой! Просто смотрите, она в шоке! Он читер! Она в шоке, она не понимает, что происходит! Попал! Найс! Ой! Да как? Давай! Да как?
Ты где ты? Я выключаю высокие прыжки. Так, ребятки, все. Теперь надо пару раундов немножко слить, чтобы она почувствовала этот запах победы. Не надо, не надо. Я не буду, я больше не буду. Она, чтобы она почувствовала, что как будто мимисрай у нее в кармане. У тебя, наверное, 51 ЦБ, и ты так нечестно играешь, отстань. Она пишет, у тебя, наверное, пеструн один сымы, и ты нечестно играешь, отсталый. Ну что, по-другому нельзя. Пирка маленькая, и вот он злится. А как она узнала, что у меня один сымы? Все, почти поехали, поехали, поехали. Стреляй, стреляй. Отлично, отлично. Спокойненько, 6-4, эта малышечка побеждает. Так, давайте ей еще один раунд отдадим. Короче, знаете, что я придумал? Я сейчас к ней подбегу и просто выброшу все пушки. Посмотрим на ее реакцию. Просто сейчас подбегаю к ней и выбрасываю все, что у меня есть. Это USP и АВМ. Так, бегу, бегу. Где она? Где она? Ты засохшая козявка в школьной столовой. Дорогулечки, ты где там? Смотрите, смотрите. Вот так. Вот так выбросил. Давай, давай, сделай вид, как будто случайно. Давай. Сюда! А ну-ка. Да у него много хп! Блин! Подождите, а сколько у тебя хп? Давайте напишу. Ой, случайно выбросил. Ты вообще? А сколько у тебя хп вообще? Напишу. 200. А у тебя? Ребят, я отвечаю. Он с головкой не дружит. 200! Чисто среди накатки нас спрашивает, сколько у меня хп. Скажи 300. Берем, скажи 300. 300. Ребят, мне кажется, сейчас будет жесткий прикол. Напишите продолжение прикола в комментариях прямо сейчас. От самбус у тракториста. От самбус у тракториста. Аха-ха-ха-ха. Бан за кибербул. Бан за кибербул. Сори. Блин, она написала ССИ. Сори. Какая она нубетка. Не надо за кибербул, бан. Ладно, ребят, ну я думаю, уже пора с ней завязывать. Давайте-ка мы прямо сейчас ей поставим жесткую маслиночку. Я выиграла! Сейчас пранку не из-под контроля, сейчас проиграем и мистрай. Так, пацаны, в этом раунде я беру. Сейчас будет тактика. Давайте я напишу. Тактика бом-бом. А, ребят, я тоже обожаю тактику бом-бом, плюс комментарий. А что же надо делать при помощи этой тактики? Ребята, мы просто идем вот такие, дорогулечка ты моя, тактика бом-бом, тактика бом-бом. Ты ку-ку? Сейчас будет очень смешно. Смотрите. 3, 2, 1. Куда, Нетку, трон? Да куда, ну как? Чего, как она выжила? Да как, у него две хаешки. Дорогулечка, ты моя, тактика. Вы это видели, как у меня просто отлетела челюха? Вы видели? Я нанесла 101 урон. Так, ну что же, мои уважаемые подписчики, и в этом раунде я беру М40. Я ща буду использовать тактику пиксель. Анетка, вспомни, чему тебя учили. Я сейчас буду использовать тактику. Мы становимся и просто ждем, что он сейчас пробежал. Так что просто ждем вот так. Так, я пиксель. Все, ждем так. Пиксель. Пиксель. Смотрите. 3, 2. Где? 1. 3, 2, 1. Тактика пиксель. Тактика пиксель. Иди сюда! Нет, я на подпипилю твою и тактику пиксель не буду попадаться. Ядрить, килчить, нерабочая тактика. Малышка ты моя, что там стреляешь? По кому? По воробьям? Все, он меня не найдет. Ой, ребят, сейчас будет потненько, но мы это сделаем. Давайте я попробую посадить на нож. Все, он меня не найдет, я спряталась. Ладно, все равно на ту тактику пиксель. Она по-любому сидит в ребрах. Главное узнать, слева или справа. Он отстал. Он не умный, он меня не найдет. Надеюсь, слева, надеюсь, слева, надеюсь, слева. Справа! Повезло, что у меня 200 хп, потому что она мне сделала минус 101 хп. У него уже керамбит? Не понял. Изика точка. У тебя есть
все скины стендоффа? Я ей напишу да. Иди на мид, покажу кер голд. Так, пацаны, мы еще ее жестко затроллим. Говорю, иди на мид, покажу кер голд. Малышка, жду на миду. Жду на миду? Ну давай. Идет. Чай. Да стой, кер голд, покажу, кер голд, покажу. Не, ну она реально напросилась, видели? Я хотел просто реально Кирголд показать, она решила только поступить со мной. Так, пацаны, мы еще ее жестко затроллим. И за это, драулечки ты моя, ты очень жестоко ответишь. Ничего, детка, ты что думала, так просто будет получить мимисрай? Давай! Тачка, пиксель. Чего? Тебе жесть! Ё-моё, даже тактика пиксель не сработала, нет! Так, ребят, давайте-ка мы в этом раунде, я возьму. Блин, слушайте, тут уже опасно, сейчас могу слить. Все, берем 4-1. У меня всего лишь одна долбанная попытка. Проигрывать ни в коем случае нельзя. Ты проиграл, последний раунд остался, все, последний раунд. Так, ребят, я максимально аккуратно. Так, идем потихонечку. Помаленечку. Ля-л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 я
динамит. Покажу Керголд без кидалова. Ладно, это слишком. Я свое сердце отдам. Самое главное, чтобы она прямо сейчас меня не замочила, потому что это последний решающий раунд. Я ей написал динамит, покажу Керголд. Иди конетки! Мне сердце не надо. На мид иди. Да иду на мид, иду на мид. Стой, не стреляй. Я Керголд покажу. Стоп, скины смотри. Так, смотри, Керголд. На! Я могла воспользоваться моментом! Увидела Керголдик, малышечка. 8-9. Ты меня искусил! Ты меня отвлек. Давайте напишу. Давай АВМ ноузум на миду. Давай АВМ ноузум, давай. Я его сейчас обдурю. Давай ноузум. Ты опять меня обманул. Идеально. Ну что, решающий раунд. Играем на всю. Ради мимик рая. Так, ребят, ластовый раунд. Давайте, знаете что? Мы прямо сейчас используем секретную тактику пук. В чем суть тактики пук? Вот так, бросаем, чтобы она нас не спалила просто по всему пленту везде. Я с овощем не играю. Она пишет, я с овощем не играю. Ой, ребята, ща она ответит за стало. Окей, ты играешь не по-честному. Я тоже буду играть не по-честному. Я иду на А. Тебе попа! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! А что, он нечестно играет? Так где она? Где она? Проверяем инфу. А где она? Он нечестно играет, я иду на А, я делаю плент на А, меня поставили. Она вообще знает суть игры, надо плентить! Вот отвечаю вам, она где-то крысит. Чего? Она на А заплентила! Я победила! Она на А заплентила! Мать моя женщина! Ё-моё! А я нечестно играю! Так же, как и ты, мой сладенький! А-а-а! На нож! Я нечестно играю! Я нечестно! А чё с ней было? А чё с ней было? Он не заплентит! Мимисрай! Фух, ребята! Ну это просто троллинг вышел из-под контроля. Прожмите лайк, такое нереально крутое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Что понимали, Анетка это моя девушка. Она сидит в соседней комнате, я слышу, как она кричит, как у нее горит пуканчик. Я не буду говорить, что это был троллинг, потому что это слишком опасно. Давайте я напишу. Жди бан овощ. Ок, иди в сраку. Ну что же, ребят, какой замечательный, прекрасный ноте. Прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Кстати, да, в моем ТГ-канале я разыграю бесплатно 10 тысяч голдишки. Просто подпишись, ссылочки в описании. И подписывайся на мой твич сегодня стрим. Все, братан, всем удачи, всем пока-пока.